В эфире программа «Спорт для всех». Здравствуйте. Всем привет. В прошлый раз благодаря маунтинбайку мы оказались в настоящем осеннем лесу. Осенняя сказка, желтые листья. В этот раз благодаря легкой атлетике у нас осень балтийская. И мы недаром выбрали именно эти старты. Ну, во-первых, это настоящие масштабные серьезные соревнования. 43-й по счету. Это безусловно, это очень важная деталь. Но самое, что главное, все-таки мы хотим поддержать наших легкоатлетов. Они сейчас не в самом лучшем положении. Мы надеемся, что история с допинговым скандалом останется в истории. Вот такой вот каламбур. Ну что ж, поехали дальше. Закольцуем нашу передачу волейболом. Прежде о результатах женской сетки спартакиады муниципальных образований региона. В финал, как и подобает, вышло 8 коллективов, сражавшихся 2 дня за определение тройки. Первыми стали светлогорские волейболистки, обыгравшие советчанок. Третьей финишировала сборная Гусева. Тема женского подвига близка и организаторам регионального кубка по силовому троеборью. Работать с железом в жиме лежа, становой тяге и приседании отважилось 12 красавиц. Всего же силачей на сей раз было аж 78, что для такого вида отнюдь немало. Наилучший результат в сумме среди мужчин составил 755 килограммов, а среди женщин 404 кило. Дайджест на этот раз и вправду посвящен отнюдь не слабому полу. В аэропорту Храброво наша съемочная бригада и делегация регионального агентства по спорту встретили еще одну героиню. Ольга Захарцова завоевала долгожданное золото чемпионата мира по самбо, проходившего в Марокко. Африканская медаль цена по всем показателям. Это, например, только 4-я подобная награда для калининградского самбо. А для Захарцовой еще и победа над обстоятельствами. Имидж вечно второй теперь к ней точно не приклеится. Со мной поехал муж, поэтому он следил, он опытный тренер, он следил за тем, чтобы я вообще в зале не появлялась, чтобы я не перегорела. И его заслуга в этом тоже большая, то, что он отработал вот в плане эмоциональном. Иначе бы там сгорела бы дотла в очередной раз. Одни из самых старейших соревнований Калининградской области. Внимание, 43-я Балтийская осень по легкой атлетике. И с чего все начиналось, хотелось бы узнать. Ну, начиналось, что эти соревнования были придуманы для школьников старшего возраста. Геннадий Антунович, главный судья международных соревнований по легкой атлетике «Балтийская осень». А непосредственно название «Балтийская осень» они получили в 97 году. И вот с тех пор, когда они получили такое название, к нам начали приезжать и поляки, по 4 команды было, 2 команды Москва, Санкт-Петербург. Просто сейчас такой финансовый положение, что не всем удобно, и оформление не стоит дороже. Но все равно соревнования имеют очень высокий статус. И, как правило, те ребята, которые занимают призовые места на наших соревнованиях, они занимают призовые места на теннисах России. Это, в общем-то, победители показывают очень высокий результат. Сейчас Балтийская осень 2015 года. Что из себя представляет по количеству дисциплин и по тому составу участников, какая возрастная категория и так далее? Ну, в этом году количество участников может немножко поменьше, но приехали 2 команды из Литвы, команда из Латвии приехала, из Белоруссии команда, Санкт-Петербург. И соревнования, были установлены 2 рекорда соревнований. Дисциплины 12 видов, это 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 беговые виды, длина, тройная высота, прыжковые виды, толкание ядра. И в этом году было принято решение привести прыжки в шестом. Очень увлекательное соревнование. И было показано даже 2 рекорда Латвии. Участники показали 2 рекорда Латвии. Вот вы понимаете, почему эти соревнования действительно международные. Здесь устанавливаются рекорды не только Калининградской области, но и рекорды близлежащих стран. Первенство мира по рукопашному бою в Калининграде. Бойцы приехали из 11 стран. Хотя, надо признать, изначально география должна была быть совсем другой. Ожидались спортсмены из Ирана. Не успели оформить документы. Американцы – та же причина. Бразильцы не смогли из-за финансовых проблем. Очень дорогой перелет. Но даже при этом 11 стран – очень неплохой показатель. Когда мы приезжаем за границу, нас спрашивают, какая… Ну, они же там все на философии повернуты, иностранцы. Ну, все идет с востока, и они говорят, какая философия рукопашного боя. Мы говорим, ребят, основная философия рукопашного боя – мы готовим защитников Отечества. Пользуйтесь рукопашным боем, готовьте защитников Америки,
там, не знаю, Бразилии, Чехии. Рукопашники из Чехии в Калининграде гости нередкие. Они ежегодно приезжают на турнир памяти Олега Бутейко. Не упустили они, естественно, и возможность выступить на первенстве мира. Проиграли, но получили отличный опыт. Это красный вид спорта. А для молодежи не имеет толик травма, как ММА, а иные виды спорта. Так я думаю, уже потом надо попробовать работать рукопашку. Ну и теперь главное. Как показали себя калининградцы. Алексей Ильенко, уже ставший чемпионом мира в прошлом году, держался довольно спокойным. Хотя выступать пришлось не в своей категории. При 73 килограммах он боролся с соперниками, весящими 80 килограммов. А в единоборствах размер имеет значение. Итак, бой первый. И мы видим, что спокойствие Ильенко было вполне обоснованным. Наставник даже советов не дает, только одобрительно аплодирует. И есть чему. 10-0. При такой разнице по очкам бой останавливают ввиду явного преимущества. Сергей Полуновский заставил переживать, но все же с небольшим преимуществом выиграл первый поединок. На этом пока оставим калининградских спортсменов. Первенство мира посетил в качестве гостя Алик Гульханов. Один из лучших каскадеров России и, пожалуй, уже почетный киномерзавец. Хотел своими глазами, как постановщик трюков, увидеть бои, чтобы воплотить потом уже в кино. Именно использование приемов рукопашного боя. Это очень важно. Далее я скажу больше. Каскадер, хороший каскадер, это прежде всего хороший рукопашник. Меж тем Сергей Полуновский и Алексей Ильенко добрались до финала. К слову, в 1-2 Сергей не отдал ни одного балла. Решающая схватка началась тоже с довольно оптимистичными прогнозами для калининградца. Полуновский вел в счете, но пропустил удар в голову и поплыл. А в этой возрастной категории не ведут счет. Нокаут ли, нокдаун не имеет значения. Бой будет остановлен. И хотя в данном конкретном случае ситуация была спорной, Сережа покидает ковер, став вторым. Теперь очередь Алексея. За него болеет брат Павел. Ровно неделю назад можно было наблюдать похожую сцену. Только бился младший, а переживал старший. Я думаю, он опять выиграет мир. Ну, я не знаю, но я уверен. Ну что ж, сейчас проверим интуицию юного спортсмена. Начал Леша спокойно, можно даже сказать аккуратно. Но попытка болевого от соперника стала отличным намеком. Пора заканчивать. И вот на табло уже 9-0. Еще один балл и золотом гарантировано. Произошел инцидент с болевым приемом. Мне захотелось сильно его побить. Ну и из-за этого так быстро все произошло. Я готовился на это, готовился именно ударную технику. Именно месяца полтора я только боксировал, спарринговался с людьми, которые выше меня по классу. На следующий день на том же месте, то есть во дворце спорта «Интарный», стартовал турнир памяти Олега Бутейко. С этого года соревнования стали мастерскими. На ковер выходили представители 6 стран и 15 регионов. Через несколько лет можно будет задуматься и о статусе международного турнира. Чтобы он официально был как международный, должно быть 15 стран участвующих. Вот. Это, ну, в общем-то, скажем так, будем к этому стремиться. Вот те, кто приехал, вот Казахстан, команда сказала, будут принимать участие каждый год. На следующий год они привезут специальный приз. В возрастной категории 16-17 лет первое общекомандное место заняли калининградские спортсмены. Серебро у Тулы, закрывая тройку сборной Ленинградской области. У рукопашников старше 18 лет золотом у БФУ. На второй ступеньке Дальвис и бронзу завоевал БВМИ. Ну что ж, за окном осень, в зале осень Балтийская, и пообщаемся с гостями соревнований. Насколько я понимаю, вы там не в первый раз. Чем вам интересны и привлекательны данный старт? Да, мы традиционно ездим в ваш город Калининград выступать на этих соревнованиях Балтийской осени. Вячеслав Галинский, тренер спортшколы Лиепаи по легкой атлетике, Латвия. Я уж не помню даже сколько лет подряд, но очень нам нравится сюда приезжать. И детям очень интересно, потому что мы живем как бы в Союзе, и ну, ехать на Запад мало чем отличается страны. Уровень выше, ниже, а здесь все-таки совсем другая страна, другой менталитет. И я сам, допустим, вырос в Советском Союзе, и как бы, мне это все близко и понятно. А дети смотрят ну, на другую жизнь. Раз уж сами начали тему международных отношений, то сейчас, я думаю, в курсе вы, что тяжелая, легкая атлетика российская.
в не самом легком положении находится. Скандал допинговый. Вот ваше отношение к этому скандалу. Я правильно понимаю, что спортивная картина мира без российских атлетов будет тусклее без в красках? Спорта. Это мягко сказано. И всегда россияне занимали лидирующие места на многих соревнованиях. И спортсмены с мировым именем, кому красят только соревнования. Другое дело, надо, конечно, выявлять тех, кто не чист на руку. Вот. Но от этого никак не должны страдать чистые спортсмены. Спасибо большое. Давайте играть в спортивные игры, а не политические. Ну и смотреть нашу программу, конечно. Большое спасибо от себя лично и от отряда всего. Желаю вам честных побед. Напутствие от человека в погонах всегда внушительно, особенно если это сослуживец твоего товарища по виду спорта. Память погибшего командира Калининградского СОБРа Петра Новикова вновь почтили перспективные калининградские регбисты, сыгравшие контрольный матч в рамках осенне-зимнего чемпионата и первенства области. Петр погиб, и мы решили каждый год в пределах ноября, как у него получается по времени, проводить памятный матч, чтобы мальчишки, которые подрастают, сейчас очень хорошие ребята, чтобы они знали, что такие регбисты были. Именной матч выдался достойным. Первый состав региональной сборной потягался силами со вторым, чтобы освежить игровые связи перед национальным первенством в Казани. По сути, это была товарищеская встреча, но о недооценке соперника или расслабленности не шло и речи. В регби нельзя выходить и играть расслабленно, потому что это реально чревато ненужными травмами. Когда регбисты выходят на поле, они всегда играют в полную и бьются. Товарищеский матч или какая-то финальная игра. Вид спорта такой. Во взрослом чемпионате, проходящем по правилам регби-7, сенсации не произошло. Первой стала основа недавних чемпионов Северо-Запада из команды «Легион». В их составе дебютировал и наш коллега, познакомившийся с регби без году неделя. Всему виной красочные трансляции из Кубка мира нынешнего года и желание корреспондента областного телевидения «Каскад» разобраться во всем изнутри. Когда я пришел на тренировку, я понял, что это очень тяжелый труд. То есть, чтобы научиться играть в регби, это нужно не только иметь физическую силу, но и духовную, и мозги, чтобы были на месте, конечно же, потому что нужно думать. Это тактическая все-таки игра зачастую. Никуда без расчетливости, тактики и физподготовки в фехтовании, которая входит в программу соревнований по современному пятиборью. Доказательством универсальности пентатлонного бойца служит победа Виктора Сауха на открытом региональном турнире по фехтованию «Олимпийская смена». Я в фехтование пошел, поскольку 12 лет, и вот сейчас мне 18, практически 17 лет, вот, и вот сколько, 5 лет прошло, и вот только вот сейчас у меня какие-то результаты пошли. До этого было все, не сказать то, что плохо, но не сказать то, что хорошо. Всего шпаги в этот день скрестило 4,5 десятка спортсменов. Ведущих представителей региональной сборной не забыли премировать новехонькой экипировкой, потому как ей за что. Год для пятиборцев выдался урожайным. Результаты очень хорошие по сравнению с результатами предыдущих 3 лет. На следующий год план соревнований уже сформирован, он направлен на Федерацию Российскую, находится на согласовании. Большое количество стартов, в том числе мы также будем проводить в следующем году второй раз День пятиборцев. Мы по-прежнему на международных соревнованиях по легкой атлетике «Балтийская осень». И сейчас узнаем, как можно прийти и заниматься, например, толканием ядра. Сегодня в рамках этого турнира удостоверение кандидата в мастера спорта получил очередной калининградец. Итак, конечно же, первый вопрос, собственно, как в своей жизни появилось ядро? Ну, можно сказать, я даже не знаю, это не я, скорее, пришел, а за мной пришли в мою школу. Алексей Холодов, кандидат в мастера спорта по толканию ядра, победитель соревнований «Балтийская осень». Просто сказали то, что попробую. Я пришел, и мне, в принципе, это понравилось. Сколько лет уже? 2,5 года занимаюсь. А база какая-то была до этого, скажем, занимался тем-то? До этого ничем не занимался, дзюдо только 1 год занимался, вот и все. Прошу обратить немножечко внимания, мне 27 лет, парню 16, так для сравнения. Продолжаем наше общение. Собственно, чем этот спорт теперь удерживает именно тебя? Может быть, конкретно понравилось что-то, сила, мощь, там все вместе? Да, мне понравилось,
это спорт для души. Вот для моей вот чисто души. Вот мне нравится приходить каждый день на тренировку, разминаться и вот знать то, что вот ты именно будешь толкать. Вот. Просто так звание кандидата мастера спорта не присуждает. Собственно, за что сегодня вот получил это удостоверение, значок и, собственно, какие перспективы? Мастер спорта в моем возрасте – это 16 метров. И то, что вот я вот стремился вот именно к мастеру, вот я хотел стремиться именно к мастеру спорта, но потом все равно выяснилось, что в моем возрасте этого нет. Но я вот буквально месяц назад толкнул 16 метров на соревновании 16-80. Так что же нужно сделать для того, чтобы получить наконец-то удостоверение мастера спорта? Что дожить до 18 лет, не знаю, или что? Нужно вот дожить до 18 лет, дожить до 25 лет. Потому что с 25 лет уже как бы люди толкают семерку. Именно в семерке есть мастер спорта, мастер международного класса. Вот и все, что нужно сделать. А семерка – это 7-килограммовое ядро, это правильно? 7-килограммовое. А сейчас сколько метаешь? Сейчас 5. Когда станет 18 лет, буду толкать 6 килограмм до 25 лет. А в 25 лет уже перейду на 7 килограмм. Вот представляете, да, 5-литровую, допустим, бутылку воды этот парень метает уже сейчас на более чем 16 метров. Что же будет дальше? Прыжки со скакалки, элементы тяжелой атлетики, гребля. Все это вместе – многофункциональное многоборье. Настоящая проверка для людей, претендующих на звание «железных». А теперь от лирики к конкретным фактам. Участникам предлагалось пройти по 3 комплекса, в свою очередь каждый из которых состоял из нескольких упражнений. Такая вот спортивная матрешка. Итак, вначале взятие штанги в стойку, снаряд 60-килограммовый. Затем фронтальные приседания, то есть со штангой на груди. А затем швунги. Все по 3 раза. Уложился в минуту, если да, добро пожаловать на второй круг. Только теперь все делаешь по 4 повторения. И так пока укладываешься в 60 секунд. Стас Мамедов продержался 8 раундов. То есть во всех упражнениях сделал 176 повторений. И немного забавной арифметики. Умножаем количество раз на вес штанги. Получаем больше 10,5 тонн за 8 минут. И это пока лучший результат по всей стране. Организуют они это уже в 4-й раз. Поэтому зимние игры и летний кубок Ираклион фактически являются чемпионом страны. И сейчас происходит непосредственно отбор на финальную часть. Теперь второй комплекс. 30 двойных прыжков на скакалке, 20 бёрпи. Это отжимания плюс прыжок. И 10 махов с гири. И так по кругу. Время 15 минут. У кроссфитеров это называется ЗКМБР, что расшифровывается «закончить как можно больше раундов». Как можно догадаться, у тех, кому это по силам, энергии много. Настолько много, что соревнований в одном городе им уже не хватает. Яркий пример – Наталья Ерофеева, москвичка. К нам прилетела только ради этих стартов. В Екатеринбург ездила на ретироборец, в Питер ездила. Была третья в Севастополе. Хочу вот отметить Севастополь тем, что там была открытая вода. Это было очень интересно. То есть мы плыли, потом выбегали из воды, бежали, потом сразу брали штангу. Крайне сложно подобрать слова, чтобы описать, каким самообладанием, силой воли, мужеством должны обладать эти миниатюрные юные спортсменки, чтобы держать лицо, вне зависимости от того, насколько удачным было выступление. Программа выполнена, но этом еще не все. Надо и уйти красиво. И только соступив с ковра, можно отдаться эмоциям. Такое ощущение, как будто у тебя что-то трясет или страшно, такое волнительное. Надо идти и думать, чтобы ты не заплакал, чтобы все до конца сделать. Все. Надо думать о хорошем. За путевку на северо-запад боролись более 150 девушек. Алиса Карташова из тех миллионов поклонниц художественной гимнастики, которых вдохновила Алина Кабаева. В 3,5 года она увидела легенду по телевизору, и мама была вынуждена отвезти Алису в секцию. Уже когда музыка играет, там уже ты уже входишь в образ, уже там не так уж страшно. А тут, когда ты волнуешься, у тебя уже все трясет, там все-таки полегче. В итоге Алиса заняла 13-е место. Здесь стоит оговориться, всего претенденток было больше 40. И еще немного закулисья. Вот так выглядит выступление спортсменок в бумажном виде. Каждый иероглиф – обозначение того или иного элемента. И на листе они расставлены в том же порядке, что и в программе участницы. Из 160 гимнасток только 10 отобрали на первенство Северо-Запада. И это, безусловно, серьезная победа при такой-то конкуренции. Зато у проигравших останутся январские праздники, в то время как у победителей с первых же чисел будет по 2 тренировки в день.
за все эмоции победителя. Это круто! Ты очень круто! Я первая больше! Все. То есть все, что вы хотели сказать? Ну, я первая, очень рада. Я очень долго к этому шла. И у меня очень хорошее время. Елизавета Дурова, двукратный победитель международных соревнований по легкой атлетике «Балтийская осень». Побеждать дома приятней? Конечно. Ну, лучше выезжать, естественно. Куда-то и побеждать там. Хорошо. Из тех успехов, которыми вы сегодня уже можете похвастаться, помимо этого, что еще? Забег на 200 метров завтра. Я сделаю всех. Я выиграю. То есть вы не сомневаетесь, это мне в коем разе? Нет. Я уважаю соперника, но я добьюсь своего. Хорошо, вот сейчас вам выбежали с тремя барышнями, еще сомневались в своем успехе? Нет. Я готова, я знаю то, что я готова. Я тренировалась для этого. И я знала то, что я выиграю. Хорошо. И такой вопрос. Знаете ли вы, что в скором будущем Калининград примет большие масштабные экстрасийские соревнования по волейболу? Да, я что-то слышала. Интересно было бы знать, что в принципе они примут? Да, конечно, естественно. Итак, специально для Елизаветы Дуровой и всех, кто любит волейбол, объясняю. В скором времени мы примем финал Кубка России. И у нас собрана настоящая Dream Team, команда мечты, чтобы понять, что же нас непосредственно ждет. Итак, Андрей. Здравствуйте. Как непосредственный участник Кубка России, как чемпион России, в конце концов, объясните, что же нас ждет по накалу страстей, по эмоциям? Ну, я думаю, что борьба будет очень интересная, напряженная. Кубок России – это такое соревнование кратковременное, краткосрочное. То есть выиграть может абсолютно любой, непредсказуемое. То есть, как вы видели в последнем чемпионате, последний тур может и «Зенит» проиграть. Как вы стали чемпионом? За какую команду? Ну, чемпионом я был трижды в составе Белгорода. Мы играли еще по старым правилам. Игры длились порядка 3 часов финальные. Это было действительно очень тяжело. Накал страстей, полный зал, полный аншлаг. Все поддерживают. Это шикарно. Будет еще лучше. У нас зрители очень любят волейбол. И вы сами видели и на мировой лиге, и на гран-при, как поддерживают нашу сборную. Спасибо большое. Движемся дальше. Итак, теперь мы поняли по поводу эмоций. Разберемся насчет уровня предстоящих матчей. Так, теперь ставим вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что собой является в данный момент Кубок России образца 2015 года? Достаточно сказать, что в 4 лучших командах, которые сюда приедут, наверняка будет 90% сборной команды нашей страны. Это во-первых. Плюс к тому же, еще 40% команд лучших мировых. Это такие как Бразилия, Америка, Германия, Сербия и так далее. И основывается вся эта система еще к тому же на иностранных тренерах. То есть мы даем развитие нашему чемпионату, одному из самых сильнейших чемпионатов в мире, за счет того, что показываем здесь самое лучшее все. Спасибо большое вам за небольшой такой ликбез. Напомню, говорим мы о том, что в скором времени мы примем 4 самых сильных команды России, 4 самых сильных команды страны, которые в свою очередь будут бороться за звание самой сильной. Так, насколько мы готовы принимать такие масштабные серьезные соревнования? Мы всегда готовы принимать масштабные серьезные соревнования. Наверное, мы это доказали уже не раз. Мировая лига, гран-при. Билеты уже есть? Билеты уже активно продаются, и надеюсь, что они еще есть. Насколько за эти годы вот этот дворец спорта «Янтарный» посетила сборных? И сколько мировых лиг вы провели? 7 мировых лиг, а по сборным, наверное, так и было по сборным, потому что США к нам приезжала дважды. И сербы были, и болгары были, и кубинцы были. В общем, мне кажется, итальянцы, всех, турки, немцы. Всех уже не упомнишь. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что, ну, наверное, нас ждут, наверное, более даже крутые матчи, нежели некоторые мировые лиги. На мой взгляд, на таких матчах, быть может, отбираются игроки в сборную России, и это для ребят шанс показать себя, для того, чтобы потом приехать на мировую лигу к нам же с гордо поднятой головой. Спасибо большое, ждем этого. Ну и сейчас поговорим еще с некоторыми ребятами, для которых это тоже, в свою очередь, шанс показать себя. Это волонтеры. Итак, Виктория, Дарья,
Так вот, эти замечательные барышни будут одними из волонтеров, которые будут работать на финале Кубка России. Девушки, зачем вам это надо? Это бесплатно работать. Я буду волонтером, потому что мне интересно получить некий опыт от игроков России, лучших игроков России, и посмотреть на технику их игры, чтобы достичь в волейболе чего-то высшего. И давайте, чтобы завершить этот материал, завершить анонс финала Кубка России, позовем всех, кто еще не решился, во дворе спорта «Янтарный» 12-13 числа на эти матчи. Лидия, ваше слово. Приглашаем всех на игры. Будет очень интересно. Ну что ж, возможно, все-таки Вика и Дарья больше любят играть, нежели говорить. Но нас правда ждут хорошие, увлекательные матчи. 12-13 декабря, дворец спорта «Янтарный», финал Кубка России по волейболу. Ну что ж, вот, видимо, и пришло время говорить «до свидания». В прошлый раз мы стали свидетелями настоящей калининградской осени, а только что перед вами была настоящая балтийская осень, международные соревнования по легкой атлетике, которые, по нашему мнению, эдакий венец выражения, что спорт, он превыше всего. Ну, я бы чуть поспорил, не превыше всего. Допустим, будь спорт совсем вне политики, не было бы той ситуации, которую мы сейчас имеем с легкой атлетикой. Но все же спорт почти превыше всего. Занимайтесь и вы. Физкульт, пока.